Завтра. Несколько лет он меня избивал, пьяный. Я прятала все ножи, все вилки. Героини этой программы утверждают, что в России нормальных мужчин не осталось. Но есть ли шанс найти их в Соединенных Штатах? Я, наверное, сходила на 100 свиданий за год. Или в Швеции. Тут женщины сильные, а мужчины, они такие, чуть-чуть как женщины. «Замуж за рубеж». Завтра в 22:55 на «Домашнем».